В целях конфиденциальности информации о приюте для жертв торговли людьми съемка на его территории запрещается. Поэтому встреча с жителями приюта проходит здесь, в стенах неправительственной организации «Санасизым», где каждый из героев расскажет о своей печальной истории до приюта. 27-летняя Виктория родом из Алматы. Там проживают и ее родственники, с которыми девушка не могла связаться в течение нескольких месяцев. Познакомившись с парнем, Вика даже не подозревала, что возлюбленный работает в паре с сутенершей. Через 10 дней Виктория попалась в ловко расставленные преступниками сети. Девушку обманом вывезли из Алматы и продали в шымкентский бордель. Жертву сексуального рабства били и морили голодом. Она начала изначально руки распускать, потом больше начала. Мне полностью бить с носа, кровь пошла. Будешь работать, говорит, если не откажешься работать, я тебе продам такое место, где там наркоманы, тебя на наркотики посадят, будешь 24 часа в сутки работать. Кушать не будешь, будешь один роллтон, короче, там, короче, ну, запертик. Кто хочет, будет залазить на тебя, как говорится, что угодно, ну, творить, можно так сказать. Ну, я, естественно, испугалась, тем более убежать там невозможно было, ключи всегда от квартиры у них, у кого квартиру снимали, их незнакомые. Боясь лишиться жизни, Виктория стала оказывать интим-услуги. Спас ее, как ни странно, клиент. Он выслушал чудовищную историю пленницы и решился вызволить Вику. На следующий день полицейские устроили облаву и пресекли деятельность притона с проститутками. Привела она клиента, парня молодого, Миша. Он видит, глаза красные, заплаканные, то, что что-то происходит. Он один раз спросил меня, говорит, что случилось, может, тебе чем-нибудь помочь? Я не, ну, с первого раза человека, первый раз в жизни вижу, мало ли что, может, я ему сейчас пошлю, попрошу, он пойдет, ей все расскажет. Потом он, спустя полчаса, он опять у меня спрашивает, скажи, что, может, как-нибудь тебе помочь? Я уже так, ну, не знаю, что-то его до этого вот, полчаса разговаривал. Видно же по человеку то, что человек хороший. Я рассказала, я попросила о помощи. В шымкентском приюте оказалась и 36-летняя Бота. Над молодой женщиной издевались долгих 5 лет. В Шымкент Бота приехала из Ленгера. После окончания школы торговала на Верхнем базаре известью. Некая женщина предложила ей подзаработать. С мечтами о светлом будущем Боту вместе с другими девушками поспешно отправили в Москву. Не дав попрощаться с родными, у пленниц забрали документы и телефоны, мол, для их же безопасности. И без документов, без поезда отразда. Нас посадили в поезд без документов. Нам было 18-19 лет. Мы доехали, там встретил ее муж. Мы должны были выходить работать в магазин, не хочу даже рассказывать. Потом мы смогли сбежать. Прошло уже 20 лет, как я вернулась сюда. Я хочу, чтобы они понесли наказание. Сейчас я живу ради дочери, ей 5 лет. Еще стою на очереди на получение жилья. Сегодня в приюте поселились 9 жертв работорговли и 4 ребенка. Максимальный срок пребывания здесь обозначен 6 месяцами, но если уголовные дела в отношении изуверов не будут завершены за полгода, срок проживания продлят. На данный момент работают в приюте 8 человек, 8 сотрудников. Это и юристы, и приходящий психолог, и социальные работники. Постоянно в приюте есть сотрудники, работа у них круглосуточно. И получается у нас психолог и юрист, они приходящие по необходимости. После того, как наши получатели услуг будут покинут стены нашего приюта, конечно, у нас будет обратная связь, мы будем с ними контактировать, мы постараемся их трудоустроить. По примеру Астаны, Алматы и Костаная, приют для жертв работорговли открылся в Шымкенте месяц назад. Существует он на средства госбюджета. Большая ответственность легла на плечи неправительственной организации «Санасизым». Принять в него могут только граждан Казахстана. Телефоны горячей линии 551-200 и 551-300 работают круглосуточно. Зарина Шарипова, Амантай Ауельбеков, Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании ОТРАР.